обзор ThinkForex. По адресу www.thinkforex.com расположился новозеландский форекс-брокер. Компания была основана в 2010 году в Новой Зеландии. Затем уже перебралась в Австралию основательно, зарегистрирована ASIC под лицензией AFSL номер 424700. Для работы предлагает платформу MetaTrader 4, ее версии для персонального компьютера, для Mac, также приложения для телефонов iPhone, Android и приложения для планшетов. Чтобы пополнить депозит у ThinkForex, вы сможете воспользоваться банковским переводом, платежной системой Global Collect, кредитными и дебетными картами, электронными платежными системами Teller, Skrill, BPay, UnionPay, NetBanks и FasaPay. На сайте компании подробно описаны сроки, за которые отобразится сумма, внесенная вами на счет, а также валюты, в которых возможно пополнить свой депозит. Добавлю также, что с брокером сотрудничают клиенты из 75 стран мира. Теперь обратимся к выводу средств со счета. Можно сделать это все тем же банковским переводом, кредитными или дебетными картами, также электронными платежными системами. Впрочем, обязательно, чтобы выводилась сумма именно тем же способом, которым ваш счет пополнялся. Для работы предлагается три типа счетов – стандартный, Pro и VIP. Стандартный счет потребует 250 денежных единиц минимального взноса. Размер минимального контракта 0,01, плечо может достигать 500, комиссии в данном случае отсутствуют. Что касается спредов, то на Форекс это 0,8 пунктов, на металлы 20 центов и на контракты на разницу цен 0,05 пункта. Профессиональный аккаунт, чтобы открыть, необходимо будет пополнить депозит на 2000 денежных единиц. Здесь у нас размер минимального контракта не меняется, плечо аналогичное, впрочем, вступают комиссии. Зато спреды соблазнительные, на Форекс это 0, на металлы 10 центов и 0,01 на контракт на разницу цен. VIP-счет потребует 25 тысяч денежных единиц минимального взноса. Минимальный размер трейдинга 0,10, плечо до 500. Чтобы узнать о комиссиях, необходимо будет связаться с компанией. И условия по спредам аналогичны с условиями профессионального аккаунта. Напоследок о счетах скажу, что предоставляется трейдерам возможность сначала практиковаться с демкой, потом уже открыть лайф-аккаунт. На сайте компании есть образовательный раздел, предлагаются обучающие материалы. По контактной информации отмечу, что работает лайв-чат. Есть раздел наиболее часто задаваемых вопросов. Также можно заполнить форму, имеющуюся на сайте, таким образом задать вопрос. Есть также номера телефонов, адреса офисов в Великобритании и в Австралии, адреса электронной почты. Сайт работает на множестве языков, среди которых английский, китайский, испанский и арабский.